Друзья, всем привет, с возвращением или добро пожаловать на канал Dead Players 813. С вами сегодня Данил, моя жена Даша. И мы вступаем в завершающую фазу прохождения Call of Duty Black Ops Cold War. Есть-то надо. Так сказать... Да даже не так сказать, а это у нас будет последняя часть в современной истории Call of Duty. Дальше мы, наверное, вернемся в какие-нибудь старые игры, если вообще до этого дойдем. Больше внимания, наверное, мы сейчас все-таки будем уделять Halo Infinite. Но пока завершить дело надо. Я консерватор. И что ты делаешь? Слежу за ними. Следишь за ними? Не доследишь. Спорим, не доследишь. А? Угу. Думаешь, ты за ними пройдешь? Хрен-то там. Да мне просто было интересно, куда они пойдут. Да. Ладно, короче, мы с тобой выполнили эти побочные задания. И теперь нам остается основное, Куба. Ты ж уже с ними болтала. Просто... Хочешь слышать то же самое? Ну, с Хадсоном по 3 дней. Не хочу я с ним говорить. Пойдем дальше. Угу. Если ты поиграла бы в Black Ops 2 еще после этого, ты бы хотела не просто с ним не поговорить, ты бы хотела бы его бы грохнуть. Кого? Хадсона. Почему? Потому что в Black Ops 2 там жуть что творится. Так, куда? Куда? Последняя черта. Ты правильно все навелась. Сюда, да? Да. Да-да-да-да-да, не бойся. Итак, все, след Теодора Гастингса, ключевого агента, ведет на Кубу. Все, сейчас мы преследуем ученого, который предоставил Персею доступ к этой атомной бомбе. Все, можем начинать операцию. Это значит, что если ты не прошла эти побочные задания, то у тебя шанса не будет. Но мы их прошли. Поехали. Ты хочешь сказать, это завершающий эпизод? Это один из завершающих эпизодов. Ну, я тебе сказал, мы вступаем в завершающую фазу. А почему из... их сколько? Не шибко Гастингс много. Гастингс покинул Солт-Лейк-Сити. Мы проследили его до самой Кубы. Персей мог доставить бомбу туда. В Лэнгли считают, Кастро готов помочь Персей привезти ее в США. В обмен на возможность изучить устройство. Мы не допустим. Какой план? По последним данным, Гастингс в 30 милях... Чуть не забыл. Там есть заброшенный комплекс. Думаем, ты-то свое взяла, я-то свое нет. Они вынуждены скрываться, поэтому охрана будет... С наступающим на угон. Работаем быстро. Десантируемся, хватаем бомбу, уходим на фул. А чё? А скоро Новый год. Между прочим. Да, через месяц. Гастинг смог понадобиться... Всего-то месяц, а не 12. Чтобы подготовить ее к подрыву. Ну что ж, пока мы в пути, Хадсон готовит отход. Все готовы? На выход. Придет. Мы рано. Парк, глаза. Он должен появиться через... Парк, мы на месте. Принято. Пробуем окружить. Так, у тебя снайперская винтовка и, по-моему, пистолет. Не забывай, что ты этот, когда концентрируешь... А, ну вроде не забыл, да? А у меня и не шевелится особо камера. То есть ты не зажимала сейчас концентрацию? Нет, я не зажимала. Что, типа стрелять научилась? Пулемет не стреляет, ты ему в голову лишь. Пуля-то отрикошетит от него всего лишь. Башенку. Да я стараюсь! Ты стреляешь ему в пули. Так, ну. Погнали! Вот и лошара после меня. Наконец-то. Спасибо. Мое уважение. Я это сделала. Да ты молодец просто. Еще так. Откуда-то стреляют. Ох, крыш, двое. Ой-ой-ой, ой. Спасибо, что напомнила. Хоть кто-то тебе напоминает. Хотя нет, как справимся, уже даже игра тебе напоминает, что надо где-нибудь зарядить. Стоп! Да ладно, я тебя подкалываю. Сейчас я тебя подкалываю. Стебется тут надо мной, совсем образец. Совсем чуть-чуть. Да не стреляй, у него из-под бедра, блин. Выйди куда-нибудь сама на отдельную позицию. О, РПГ. Если хочешь, конечно. Снайперку пока оставь. А, осколки есть. Угу.
Что еще понадобится с нами? Четко. Так, в принципе, честно скажу, нет. Сейчас можно у кого-нибудь автомат стыбзить, да и работать по цели. Так, они левее где-то вот. Ага. Так, вон они там все висели. Еще он за пулеметом, в пулю в пулемет попал. Нифига себе. Что, типа приноровилось, что ли? Ты смотри, могучая женщина. Топ. Ладно, ладно, ладно. Все на свои места встал. Он пригнулся! Подкалывать супруга чит. Ой! Ладно, сволочь, она попадает. А на чё ты надеялась? Сидишь на одном и том же месте, всё, прорывайся, пока они не стали за пулемёт. Ну, перелезай! Тебе же опять кто-нибудь встанет какой-нибудь додик и начнёт стрелять. Всё, подошли, хватаем чем-нибудь скорострельно, начинаем... Серьёзно, ты будешь ждать? Тут я его хотела подойти. Еще есть? Да, есть. От снайперку могла на пистолет бы поменять. Его хотя бы выхватывать нужно быстро. А че, снайперка точно не понадобится? Точно. На тех расстояниях, которые будут дальше, тебе хватит и одного. Принято, они закончили работу. Хорошенькое премия. Так, че, смотришь на ученых? Найти бомбу. Куда? Да. Сюда? Ты с Парком и Лазарь. С Парком. Ну, с Лазарем. Смотри, и Парком. У них камера наблюдения. Ну, с Паркуш. Мисс Паркуш. Красиво, Парк. Ты как всегда на высоте. Ты что был за один дома опять, а? Я не ожидала их в том виде. Как здесь? В сетевых рубит нормально, в компании начинает отрядить. Стой. Сейчас смотри на него. На него смотри. Поняла? Поняла, что там тебя ждет? Ага. Ага. Ищи мины. Пойдем. Так, вон тут еще она красно мигает. Все, аккуратненько идем по тропинке. Это не кацанет? Сними лучше на тех случай. Лишним-то не будет. Засада! Садите тебя! И мина перед тобой! И мина перед тобой! Мина перед тобой! Ищу укрытие! Вы экстремальша, а? РПГ! На балконе! На балконе РПГ! Все, пересекай позицию. Не. Все, пересекай двор прямо в соседний проход, иди. Да? Да, там вы уйдете и их достанете. Гаси. Э, выпендрёжница, мне нахрен не нужен рукопашный. Гаси их, пристрели их нахрен! Пристрели их! Я говорю, пристрели, а не гранату кинь! Вот да включала свой Black Ops первый, блин. Твой косяк. Надо было стрелять, а не гранату, блин. Заливай. Да-д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 а. Не бе-бе-бе-бе-бе, а очень бе-бе-бе. Да-д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 а-
Вот они. Хорошо.
это они заходят. Паркуш. Оба-на! Нет, тебе не зомби режим. Чудесно. Это нам пригодится. Бал, займись камерами. Началось. Не зомби режим. Да. И чё? Чё-чё, листай, ищи Персея. Куда листать? ЛБ, РБ. Мейсон, там ещё один, за стойкой. Спасибо, смотри, Марк. Дальше. Вот, стоп, Адлер. Мы нашли бомбу и... Твою мать, кто-то убивает учёных! Где? Второй этаж, комната 27Б. Второй этаж, центральная комната. Наверх, быстрее! Встретимся там, Парк! Грубо, но эффективно. Что, Парк, глаз оторвать не можешь? Лазарь, выпендрёжник, пуще меня выпендривать. Вэлл, ставь заряд. А чё я-то? Чтоб тебе скучно не было. Теперь отойди еще. А ты иди, блин, сумасшедшая! Адлер, мы идем на второй этаж. Нас прижали. Иди дальше. Мы догоним. Это ты знаешь, все равно, что в куче бомбу себе в карман положить. Ну, блин, ой, все. Классическое ой, все? Ни хрена. Вроде бы нет, не сработает. Нет, 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 нет. Никаких вам ой, все. Была надпись «Обросить». А если бы не успела? Ты понимаешь, тебе же тупо повезло. Для тебя надпись «Обросить». Запомните. После того, как ЧК выделена, мистер Граната нам больше не друг. Пристрели ты их нахрен, пройдешь вперед! Что ты их ожидаешь тут? Прошла дальше. Все, досмотрела быстренько комнату, все, пока чисто. Пожалуйста, они по нам стреляют! Нет! Что здесь там получено, мать? Вот тебе снизила. Не ушел. Сейчас проверю. Все получилось. Это тактическая винтовка. Прямо. Все, обходи тут через коридоры. Там, по-моему, забыл, что этот по коридору, по-моему, будет. А, этот, преграда. Граната. Все, там пулемет стоит. Вон, можешь скрыться прям в перевод, да, сюда. Так, только осторожно, по-моему, где-то еще в парочке местах могут мины быть. По-моему, именно в этом. Да-да-да, вот это. Ага. Так, все, время чисто. Все, гаси, ребят. Ой, ты че, блин? Да, че они так резко появляются? Да не, они редко появляются, а ты не стреляешь туда, попало. Я думала, это враги. Будет сделано. Ух. Жесть. Вэлл, осмотри комнату. Допусти меня. Гастингс, смотрю. Говори давай. Персей был здесь. Стрелял в нас и ушел. Персей бы не бросил свою драгоценную бомбу. Он заставил нас вычислить код подрыва. Дать ему доступ к зеленому свету. Что? То есть теперь Персей может взорвать сразу несколько бомб? И я виноват. Сразу несколько бомб. Держись. Сколько бомб зеленого света может подорвать Персей с этими кодами? Маленький спойлер, посмотри выше. Подорвет. Выше, посмотри. Их все. Вот это он все бомбы, что могут рвануть. И обвинит во всем штате. Офигеть. Нам надо найти этого гада Персея. И ты понимаешь, Персей задумал взорвать все. Контакт! Вертушка идет низко! Это наверняка Персей! Все на крышу, быстро! Беги, беги! Адлер, тихо, целая толпа! Шам. Ах ты!
сторону! С дороги! Адлер, вижу объект. Южная крыша, возможно, Персей. Грузится на вертолет. Блокируй! В окно? Вон, в открытое окно. Идем, Белл. Да в открытое окно, блин. Белл, окно, давай. Твою мать! Вертушка уходит. Ну это что такое? Что за паника? Что за паника? Персей удрал на вертолете. А вам теперь надо сваливать. Что-то будет. Блин! Может, мы не будем тут зажимать по-страшному? У тебя все, понимаешь, над его башкой ушло. Ладно, давай короткими. Патронов мало. Я, пожалуй, готова с тобой выйти. Только это будет не та ослиная моча, которую вы зовете пивом. Мы напьемся как следует. Готовься. Вон они. Вызывай самолет. Только по своей не попади. Красные, соответственно, враги. Так, и смена оружия — это гранатомет. Только в упор по своим не лупи. То есть вот тут гранатомет будет опасно, а вот здесь самое то. Все. Можешь менять оружие. Также на Y. Не успела. Ну ладно, в принципе, вроде управились. Нифига ты, блин, над головой парку что стреляла. Я потом только увидела, что это парк. У парку ж железные... Хотя нет, она же женщина. Этот, так, цепляйся там к тросу. Не-не-не, вот ниже голову. Ну. Времени мало. Я же говорю, компас всегда смотри. Хотя да, согласен, тут он еле видно. Что это? Гранатомет. Зачем? Им надо не позволить вам уйти. Давай, кого спасаешь? Что в смысле? В прямом. Времени мало. Белл и... Ну, так и думал. Женская солидарность. Прости, Лазарь. Но сегодня играет женщина. А почему только одного? Потому что времени мало. И все вы тут раненые валяетесь. Обидно. Обидно. Лазарь погиб? Конечно. Что смогли получить, с тем и работаем. Между прочим, мы заплатили тому информатору. Думаешь, это был? Понятия не имею. Зато теперь я знаю, что у Персея не одна долбанная бомба, а несколько дюжин. Миллионы людей умрут, а потом вы в гибели обвинят США. Вы должны выяснить, откуда он планирует передать сигнал. И как будем выкручиваться? Белл знает, где искать. Белл? Этот дурацкий проект оказался пустышкой. Не стоит недооценивать Адлера. У него запасе много фокусов. Сейчас все поймешь. Что происходит? Что происходит? Да. Происходит то, что сейчас ты кое-что узнаешь. Больше тебе ничего не скажу, все. Давай, еще чуть-чуть. Симс, каталку. Это он меня тащит? Да. Ну ты же ранена. Белл. За мной должен... Она слева. Твою мать. Если мы и сейчас облажаемся, то потеряем не только Лазаря,
Тебе придется выполнить еще одну задачу. Я очень надеюсь на тебя, Белл. Симс, готовь препараты. Че? Че происходит? Не трать время впустую. Она нам больше не нужна. Будь начеку, Белл. Ты ключ к победе. В смысле? Это что такое? Хватит. Боже, какая игра. Делаем прямую инъекцию в мозг. Прямая инъекция в мозг может вызвать судороги или хуже. Блин. Через глазницу? Ты уверен, док? Ужас какой. Воспоминания пойдут почти сразу. Белл, слушай, постарайся вспомнить. Мысленно вернись во Вьетнам. Последний раз. Надо закончить начатое. Мы были на задании. Что такое ебаный? Ну, Белл, Персей. Ты помнишь свою встречу с Персеем во Вьетнаме? Сердце перебоя. Черт, пульс зашкаливает. Нужно расслабиться и сосредоточиться. Вертолет разбился. Ты идешь через джунгли в одиночку. Находишь бункер. Ты помнишь бункер, Белл? Мы должны знать, что было в том бункере. Ничего не понял, но очень интересно. Понятно, лишь ничего не понятно. Пока что. Не верь Адлеру. Адлер лжет. Не верь ему. Не слушай Адлера. Он тебе лжет. Узнай его лжет. Не верь Адлеру. Во время проверки доклада о советском бункере твой вертолет был сбит огнем с земли. Когда к тебе вернулось сознание, вокруг шел бой. Выжившие пытались отразить атаку вьетконговцев. Ой! Ты бросаешься вперед и хватаешь М-16. Конечно. Что сейчас надо делать? Прорываться через эту деревушку. Ну что, конечно, выведем по ним. Там создание бьет. Так, еще один на здании. Этого не было. Видимо, из-за воды. Этого не было еще раз? Да. Типа ты не должна была думать. Еще раз. Побежишь прямо, возьмешь М-16. Другой. Вот. Ну ладно, все уже поздняк. Да ладно, не поздняк. Чуть-чуть воды. Все, гаси ветку на цель. Они это все стреляют! Джонни! Они на деревьях! Лезут со всех щелей! Прости. Это прям напрашивает. Ага. Так, патрошков маловато, потом нам будет на МВП у него. Так, есть, попало. Все, в принципе, потихоньку помаленьку может двигать здание, или он кто вертушки, там будет удобнее броняться. Тугим за заборочкой. Дай себе его восстановиться. Ну
Уцелевшие вьетконговцы скрылись в джунглях. Вскоре стало ясно, что все твои спутники мертвы. Тебе пришлось в одиночку идти на поиски бункера. А я туда иду? Да. А то вдруг нет. Возле руин оказалась развилка. Интуиция подсказала тебе, что нужно идти по правой тропе. А можешь пойти и на левой. Можно пойду по левой. Я не хочу там идти. Адлеру не подчиняешься. Я что-то вообще не поняла, что там? Ты ищешь, короче, этот советский бункер. Вам поступила информация, ты его ищешь. В пещеру можно было. Тебе захотелось как можно скорее добраться до бункера. Белл, вернись и доберись в бункер по тросу. Дашка не хочет, видимо. По какому тросу? Неважно по какому. Хочешь иди, хочешь не иди. По этому тросу? Можешь попробовать. А это что, опять развилка, что ли? Угу. Хеллоу. Какого черта? Причем здесь сценарий 11? Что-то не идет не по его плану? Да? Скажем так. На горе оказались союзники, прижатые плотным огнем. Тебе пришло в голову поддержать их со снайперской винтовкой. Ну, точнее, не пришло в голову, а скрипт дал тебе снайперской винтовкой начать. Рубило. Все, лучше спустись, а то они тебя подкроют. И из-за камня сныкайся. Да. О, как это... Укрытие. Я тут в укрытии. Перезаряжаюсь. Придется не поливаться. Вот, что ты хотел. Все, у тебя есть напалм. Так, наводи нас на дом. Щелк. Все, в укрытие. Правда, после World at War и Black Ops горящие тела смотрятся неубедительно. Тут у меня уже при моем первом прохождении начались первые нарекания. В дверь заходи? Дверь, он же тебе сказал. Дверь в советский бункер. Господи, что с ней такое? Подходи не бойся. Приступ. Симс, передашь бензодиазепин? Опыты ЦРУ с сознанием увенчались успехом в области внедрения ложных воспоминаний. Пора за работу. Ложные воспоминания? Увеличиваем дозу и прогоняем 1Б. Так, приготовились. Опять? Когда к тебе не совсем. Сознание союзников рядом не было. Я вижу, что ночь. Вьетконговцы, которые искали выживших. Тебе удалось без шума втихаря рубить стрелами из лука. Все, пригнись, то я тебе буду палить. И у этого, если автомат есть, лучше возьми, вдруг будет жарко. Да, есть у него. Ну, вернись. Ну. Так, ага, хватай. Так, второе. Пистолет глушительный. В принципе, сойдет. Можно работать. Прямо нужно тихо работать? Можешь, конечно, пошуметь, но будет трудновато. Ну как, тебе придется этот действовать поактивнее, скажем так.
Я ж так не попаду. Может, попадешь, но не факт, что он сдохнет с первого раза. А что мне делать-то? Потихоньку подходи, и там начинай хвалить. Так же, в принципе, у дома попробуй закрепиться, если получится. Можешь работать без пекля. Забивай. Блин. Все, автомат в руки, пекля не будет смысла. Я никого не вижу. Понятное дело, потому что ночью. Я не видела, в кого целюсь, но я попала. Почему мне еще было страшно, когда ты сказала? Так я не видела реально, куда стрелять. Да ладно, шучу. Так, там можешь, в принципе, на тропу выходить. Если они будут тебя вдруг преследовать, то тебе хотя бы удобно будет все равно в направлении гасить. А что, они могут еще и преследовать? Не помню. Может, могут, а может и нет. Они меня сейчас убьют! Значит, беги. Камера какая-то, телевизор, кресло какое-то. Впервые оказалась развилка. Интуиция подсказала тебе, что нужно идти по правой тропе. Как хочешь. Что, я опять сюда пойду? Как хочешь. Ё-моё! Да ну нафиг! Сама решила сюда пойти. Я тебя вижу! Видишь, но не попадаешь. Давай аккуратней. Попала. Все, тебе попало. А так. У меня патронов нет. Тогда придется пекарем отстреливаться. С первого раза. Че, я его убила? Фига ты. Смотри, болтаю. Фига ты, снайперюшка. Взяла, грохнул с первого раза. Я случайно. Вернуться в пещеру можно было. Захотелось как можно скорее добраться до бункера. Как хочешь. Это кто? Это Лазарь. Вернись и доберись в бункер по тросу. Угу. Увидев бой, ты берешь М-16 на изготовку. Опять волшебным образом оружие появилось у меня в руках. Так же закрепляешь на зданиях и отстреливаешь. Стандартно так выглядит. Не знаю почему, мне нравятся такие динамики. Нет! Отстреливают, сволочи! Ты отстреливаешь. Убили. Не получилось. Убили! Еще одну инъекцию? Да. Они меня отравить решили. Почти. Увидев бой, ты берешь 16 на изготовку. Высылай вертушку срочно! Принято, вертолет вылетел. Расчетные 2 минуты. Сейчас забегай в дом по лестнице. Там хоть сможешь как-то как-никак их отстреливать. Все, досмотрела. Чистый. Вон заходит. Заверни здание от сейфа. Бегись! Заляг. Пиздец! Что-то хотела, блин. М-ку лучше бы оставил. Я вот второе оружие. Я вижу, сволочь! Ну, вложила с двумя патронами. Вот, все.
Ну ты же, как всегда, ты же любишь вовремя перезарядиться. Хотя, конечно, не отрицаю, в настоящей той жизни нужно достреливать последний патрон, потому что ты же не мог, у тебя же нет перед глазом индикатора, сколько тебе патронов в магазине. Здорово. Прошу прощения, о, правда сказал. Ну и в реальной жизни патроны не появляются, откуда ни возьмись. Понятное дело, поэтому это видеоигра. Бункер из твоего отчета. Лаборатория? Нет, не то. Белл в лаборатории? Я вроде вспоминаю. Пощелкай эти окна. Дальше иди. Я вроде помню, я вроде тут был. Ну так-то прикольно. Еще одна кошка. Срежу более детально. Да? Ага. И опять это красная дверь. Да. А двери вообще не открываются. Адлер? Адлер. Все? Не работает. Ставлю один куб адреналина. Ой, ё-моё! Это что такое? Это адреналин. Есть, Белл. Вот это нам и нужно. Там был Персей. Все, продолжай движение. Мне уже страшно становится. Это типа сейчас мы, что ли? Или что? Что это происходит? Что это? Сама знавай. В смысле? Что такое? Это что-то такое. Картинки какие-то. Опять это красная дверь. Угу. Завоевание доверия подобного нужно создать общее прошлое. Надо заработать.